В этом году учащиеся Сергиево-Посадского района в очередной раз принимали участие в мероприятиях Всероссийского марафона для изучающих немецкий язык. Марафон проходил под знаком 250-летия со дня рождения выдающегося немецкого ученого Александра фон Гумбольдта. Старт марафона был дан 21 октября. В течение месяца на двух площадках района, в 24-м лицее и Сергиево-Посадской гимназии, прошли беседы, видеоуроки, квесты, викторины, а также другие внеклассные мероприятия, посвященные Александру фон Гумбольдту, его путешествиям, открытиям, а также другим известным немецким ученым. Центральным событием марафона стали плакатные выставки Гёте-института, которые посетили около 300 учащихся. Впервые в марафоне приняли участие гимназисты Сергиева Посада. В этом году они начали изучать немецкий язык как второй иностранный и уже проявляют интерес не только к предмету, но и к стране изучаемого языка, ее людям, традициям и культуре. Для того, чтобы все участники марафона имели доступ к его материалам, был создан сайт. Здесь можно найти не только информацию о Гумбольдте и его современниках, но и материалы для учителя, календарь мероприятий и ссылки на онлайн-викторины. Все участники викторины, а это более 100 человек, получили сертификаты, а победители и призеры были награждены дипломами и подарками. Публикации в соцсетях позволили расширить географические границы нашего марафона и привлечь участников из других регионов. Гимназисты из Москвы и школьники из Ростовской области прислали свои ответы на вопросы онлайн-викторины.